Это епископ Рика, Денис, и сегодня мы хотим поговорить с вами о молитве за ваших детей. Денис, знаешь, когда я был маленьким, моя мама молилась со мной каждый вечер. Она ложилась со мной в кровать, читала мне Библию, рассказывала об Иисусе и готовила мое сердце к принятию Иисуса в раннем возрасте. Поэтому я принял спасение еще ребенком. Когда мы с Денис поженились, у нас появилась традиция каждый день молиться за детей. Когда наши дети выходили из дома, мы за них молились, провозглашали 90-й псалом, призывали Божью защиту. Мы молились перед едой, перед сном, мы молились постоянно. Молитва не ритуал, она как воздух, которым мы дышим. И сейчас мы уже молимся за внуков. Каждый раз, когда наши внуки приходят к нам, я уделяю время, чтобы поговорить с ними об Иисусе. Я возлагаю на них руки и молюсь за них. Ведь я понимаю, насколько такая молитва была важна для меня. И сейчас мы делаем это вместе с Денис. И вы можете поступать так же. Важно осознавать, какое влияние и помазание вы имеете, являясь родителем, бабушкой или дедушкой, потому что вы закладываете в их жизни то, что пребудет с ними вечно. Вы можете давать им конфеты, водить их туда или сюда, но если вы молитесь за них и говорите с ними об Иисусе, вы очень сильно повлияете на них. Не упустите эту возможность повлиять таким образом на своих детей или внуков. У них есть только одни родители, бабушки и дедушки. Только вы способны осуществить это особым образом. Постройте вокруг них защитный барьер, молясь за них. Молитесь о том, чтобы Бог открыл свой замысел для их жизни. Ваши молитвы за детей и внуков имеют огромную силу. Так почему бы вам не начать молиться за них уже сегодня?